яд не выдавить, яд шприца. Адар, где моя дорогая Адар, где-то она была здесь. Всех, всех, и весь женсовет, и всех, кто занимается этим движением. К нему уже принули дети, которые родились после войны. Так что те, кто сегодня вышел на пенсию, могут приходить, и мы будем рады видеть в нашем строю вас. Евгений. Уважаемый господин посол Российской Федерации, господин Шин, уважаемый генеральный консул Российской Федерации в Хайфе, господин Сентин, многоуважаемая Юлия Шрайн, дорогие друзья, я с большой радостью хочу вас всех поздравить сегодня с замечательным праздником, с Днем Победы, и сказать, что этот, о нашем параде, этот парад у нас начался в 2004 году. Именно тогда, в 2004 году, мы вышли на парад. На строю было 400 человек. Вот. И с тех пор пошел рост этого парада. В прошлом году на этом же месте нас было 8000. 8000. По данным полиции, нас было 10 тысяч. Вчера, сколько нас больше? Перед выступлением на реке, ведущий спросил у меня: скажите, а чем объяснить, что у вас растет так численность присутствующих на параде? Я говорю: вы знаете, на мой взгляд, это дань тем, кто добился победы, кто спас наш еврейский народ от полного уничтожения. Я сегодня от всей души хочу поблагодарить Юлию Штрайн и все управление абсурдцией. Вы знаете, вот таких удобств у нас не было. Это впервые. Впервые, посмотрите, тент, столько мест, такая очистенность увеличится. Большое вам спасибо от нас, ветеранов. Я хочу вам всем пожелать счастья, здоровья, успехов. Я понимаю, что наши ряды редеют, что нас становится меньше. Но самое главное, память о том, что сделано было, останется навсегда. Спасибо вам, счастья, здоровья, всего самого-самого лучшего. Поменяемся тогда ролями, приготовиться. И я хочу пригласить на сцену, он сам пригласил, уже поднялся, Григория Пустыльника, и поблагодарить его и его девочек, его организацию, детей, переживших катастрофу, узников гетто и концлагерей. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете.